В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России пресекли незаконную поставку на полуостров крупной партии спиртосодержащей жидкости. В прибывшем из Красноярска контейнере транспортные полицейские обнаружили пластиковые емкости с прозрачной и цветной жидкостью общим объемом свыше 1200 литров. В сопроводительных документах груз значился как растворитель. Еще 2400 литров жидкости в аналогичных емкостях сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли на складе одного из норильских магазинов. Исследование показало, что изъятое является спиртосодержащей жидкостью, на перевозку и хранение которой требуется соответствующая лицензия. Однако какие-либо разрешительные документы на нее отсутствовали. Стоимость нелегальной продукции составила 1 694 тысячи рублей. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело.